В одной из больниц Италии тяжелым больным с коронавирусом разрешили обниматься с близкими. Правда, делать это и тем, и другим можно лишь через специальную пластиковую перегородку. Так, пациенты, месяцами не видевшие своих родных, могут не только обняться, но и пообщаться друг с другом без риска заразиться. Идея создания такого возможности принадлежала медицинским работникам клиники. Они отмечают, что состояние пациентов после вот таких вот встреч заметно улучшается. Это было очень трогательно. Я не могла увидеть мужа 21 день из-за болезни. Я рада, что смогла обнять его, поддержать морально. Это прекрасно. Эта идея пришла в голову мне и моему коллеге. Пациенты находятся здесь месяцами. Им тяжело, они не видят никого, кроме врачей. Видеозвонков и обычных телефонных разговоров недостаточно. Поэтому мы выступили с предложением к руководству больницы и нас поддержали.